Здравствуйте, с вами магазин AutoZvuk.ua. Сегодня мы рассмотрим модельные светодиодные лампы от компании OLED на цоколь H7 серия X. Артикул данного комплекта XH7STR3E. Данные лампы предназначены для автомобилей Kia, Sorento, Seat, Hyundai, Santa Fe, Tucson, i30 и Mitsubishi Outlander. Поставляются фирменные упаковки данной лампы. Внутри находится небольшая инструкция, шестигранник и две светодиодные лампы. Почему они модельные? Потому как специфический модельный посадочный цоколь установлен на данных лампах. Данные лампы довольно-таки мощные, около 40 Вт. Мощность ламп, как заявляет производитель. На каждой лампе используется по 6 светодиодов. Также на каждой лампе имеются две системы охлаждения. Активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. Лампа подключается на питание 12 вольт с помощью стандартного разъема для подключения питания. На проводе подключения есть драйвер, металлический, герметично заклеен, пыли влагозащищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Сразу слышно, как работает кулер. Ну, яркость просто очень-очень мощные лампы. Напомню, мощность 40 Вт. Световой поток слегка с голубым оттенком. Цветовая температура заявлена, напомню, 6000 Кельвин. Обязательно после установки таких ламп нужно выставлять правильную светотеневую границу автомобилей, дабы не слепить других участников дорожного движения, потому как мы видим, лампы очень и очень ярко отсвечивают. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua.